Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Давненько не было видосиков по Оверлорду на моем канале. На сей раз мы будем проходить эльфийскую бездну. Эта бездна не очень сложна, но, как говорится, в каждой бочке с медом не обойтись без ложки дегтя. Многие просто забивали болт на эту бездну, так как вся сложность несет в себе суть логического характера. Иными словами, чтобы ее пройти, надо уметь пораскинуть мозгами. Но не мозгами наших врагов. Сегодня мы будем напрягать свои собственные извилины. А заодно я вам покажу, как забрать один из пяти артефактов. А именно булаву злого рока. Но многие отказываются от такого вкусного артефакта из-за того, что тупо не могут допройти эту бездну. Я рассказывал уже, где найти топор смятения и шлем жнеца. Обязательно посмотрите эти видео. Я очень старался их делать и затратил на них время больше обычного. Поэтому надеюсь, тебе понравится. А перед просмотром этого видео я хотел бы порекомендовать одну хорошую группу ВКонтакте. Ее ведет просто замечательный человек и по совместительству мой друг. Сорян, подруга. В ее группе вы найдете много интересного по вселенной Оверлорд. Истории персонажей, мемы, приколы и многое другое. Кстати, эти стикеры, что я использую в этом видосе, делает она сама. Как и, впрочем, все остальное. Поэтому баяна там уж точно не будет. В общем, переходите по ссылке и подписывайтесь. Ну а мы начинаем. Наверное, концентрированное зло из героев выдавливается на поверхность. Вроде гнойных. Всем привет! Мыщ. Привет, эльфы! Что спектакль еще не начал? Все рвутся поскорее ее увидеть. Ой, мне так не терпится это увидеть. Рассаживайтесь все! Эльфы! Не могу больше видеть это похабство! Нет, пожалуйста, умертвие. Нет! И Оберон Туманный! Вижу, на задних рядах у нас особый гость! Итак, надеюсь, вам понравится представление под названием «Ужас темнолесья». Действие первое, в котором эльфийский народ мирно живет в глубине темнолесья, оберегаемый своей подлой матерью. Как же нам повезло жить в цветущем чреве темнолесья. Да, друг мой, воистину так. Помолимся же богине-матери. Хотя она и бесчувственная шлюха, не заслуживающая молитв. Одна она прислушивается к нашей печали, нашим слезам и нашим стихам. Бесчувственная шлюха? Не очень-то автор любит мать-богиню. Да и эльфов он не жалует. Я тащусь от этой пьесы. Действие второе, в котором гномы нападают на темнолесье, втаптывая эльфов в землю их бесценного леса. Ужас приходит в темнолесье. Где ужас? Где он? Ужас на сцену! Что значит сломался? Ладно, возвращаемся к первому акту. Немножко репетиций вам не помешает. Ну вот, на самом интересном месте. Нужно найти этот ужас темнолесья, повелитель, чтобы пьеса закончилась с огоньком. Да уж, Нару прям с языка снял. Нужно поскорее во всем разобраться. Здравствуйте, а где мне можно взять билеты в первый ряд? Для меня и моих ребят. Ай, понял, плохая шутка. Я не понял, тут все зрители под экстази. А ну отойди, я буду жаловаться администратору.
Как это у вас нет детских мест? Здравствуйте, говорят, что у вас тут нет детских мест. А мои малыши очень хотят посмотреть детство. Что-что? Реквизит сломался. А если мы починим, нам дадут автограф. А, да, ну хорошо. Идемте, ребят, я обо всем договорился. Вот и камень бездны, повелитель. Его закрывают корни Оберона. Меняем освещение. Так, снова первое действие. О, это ролик. Наверное, он и должен играть ужас. Нужно на него добраться, молодец. Здравствуйте, говорят, у вас тут реквизит сломался. Нас как раз отправили его чистить. Подняюсь сюда пройти. Эй, вы чего творите? Я понимаю, что ваши рабочие места занимают. Вы сами виноваты, что у вас руки и жопы растут. Вот так-то лучше. О, там гримерная, пошли возьмем автограф. Должно быть, здесь готовится умертвий, играющий гномов. Интересная постановка, очень волнующая. Действие второе, в котором гномы нападают на Диколесье, втаптывая эльфов в землю их бесценного леса. Ох, как нам повезло. Они автограф дали и разрешили гному сыграть. Эй, вызовите диспетчера, у вас тут двери сломалась. Нам на сцену надо. Мы гномом играем. Да, ты прав. Какой ужас. У вас тут дверь сломана. А может тут кнопочка какая-нибудь есть? Или нет? Ну придется ждать. Бед у них что ли? Ого, началось. Готовьте, сейчас будет наш выход. Воистину так, помолимся же богине-матери. Хотя она и бесчувственная штука, не заслуживающая молитв. Одна она прислушивается к нашим печалям, нашим слезам. Действие второе, в котором гномы вторгаются в темнолесье. Гномы! А, все, мы идем. Вы уже тут. У вас там просто дверь не работала. Так, ребят, подождите-ка эту штуку, что места маловато. Вот так-то лучше. Идемте, мы еще у вас подружки брали.
Ууу, нифига. А у эльфов-то гримерная в разы лучше, чем у гномов. Чё? Чё там за кипиш через стену? О, нифига, у них тут массажный салон напротив. Во, дают. То есть как никаких автографов? Администратор пообещал автограф. Да я вам сейчас... Я вам сейчас здесь все разнесу. Всю вашу богадель. Ты, придурок. Ты куда летишь на красный свет? Детей моих передавил. Ну-ка, ребята, проучите этого негодяя. Я им покажу. Да за такое хамское поведение я ему строю шоу. Вот только сдвину эту махину. Так, ребят, навались. Теперь путь свободен. Принесите мне булаву злого рока. Хотя она и бесчувственная штука, не заслуживающая молитв, когда она прислушивается к нашим Так, в итоге нашего ролика мы разобрались, где все же найти форму для булавы злого урока. Как я уже говорил в начале видео, я скажу вам, как ее забрать, то есть донести до телепорта в башню. Тут есть небольшая сложность, так как многие просто не знают, что делать. И застревают именно вот на этом месте. В следующем выпуске по Overload я покажу тебе остальную часть об этом месте. Спросите, почему я не запилил все разом? Да банально потому, что не хватает времени. Как бывало в жизни каждого человека, рано или поздно он заболевает, и ему необходимо лечение. Завтра меня ложат в больницу, и не будет меня аж 10 дней. Я еще даже не собрал свои вещи и совсем еще не подготовился. Я надеюсь, вы поддержите меня лайками. Давайте так, если под этим видео соберется хотя бы 5 лайков, я сразу же по приезду займусь выпуском второй части. И как бонусом постараюсь до конца октября выпустить еще одно видео. Всех люблю, всем пока и до скорых встреч!